Рекламная информационная программа. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. На связь со студией выходит официальный представитель российского и европейского заводов изготовителей ионизаторов. Очтите ВД Паллаев Андрей Петрович. На футболке у него сегодня написано «один». Если захотеть прочитать, то можно прочитать как «один». Он действительно один. Вот полностью соответствует истине надпись на футболке. Андрей, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте все сотрудники радиостанции «Комсомольская правда», ну и немножко чистой правды в темной воде, да, друзья? Сейчас будет программа, которая не только помогает вам правильно помыться, да, помыться не только снаружи, но и изнутри, быть чистыми изнутри. Все в этом мире меняется, да, кого-то травят, кто-то отсоединяется, где-то бастуют, где-то присоединяются, но только одно остается неизменным. Это тестовый период на все наши продукты, которые мы вам предлагаем. Вы их можете взять на тест и определиться в течение тестового периода, стоит ли их оставлять и, может быть, стоит их вернуть и получить свои деньги назад. А также наши реквизиты. ООО «Фабрика здоровья», юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10, офис А217. Наш ОГРН 116-104-00-35-75. Итак, друзья, хотелось бы сегодняшний эфир посвятить вашим отзывам, потому что я был в отпуске целый месяц и не слышал вас. И вы, наверное, много чего хотите рассказать нам. Может быть, хорошего, может быть, плохого. Поэтому звоните в прямой эфир. Лучше, конечно, не задавать вопросы, а давать отзывы. Потому что на все вопросы есть ответы в нашей инструкции, да, если речь идет об ионизаторе очистителе воды Aqualice Pacua, это прибор премиум класса. Кто не знает, мы уже несколько месяцев назад, наверное, уже более почти полгода, да, назад, мы прошли полную сертификацию в Европе и уже открыли свое производство. Вот здесь рядом, практически за стеной, находится сборочный цех, где мы собираем ионизатор очистителя воды Aqualice Pacua, евроверсия 2.0. Чем отличается европейский прибор от российского? Отличается ценой. Ценой. Европейский прибор гораздо дороже, чем российский прибор. Так он стоит 35 тысяч рублей. Но сегодня вы сможете еще приобрести, вернее, не приобрести, а взять его на тестовый период со значительной скидкой, друзья. Со значительной скидкой. Нас ждут повышения цен. Уже одно произошло. Уже прямо с сегодняшнего дня прибор стоит дороже. Да? Но в этом месяце оно будет еще одно, а может быть даже два. Но с другой стороны, вы всегда можете сэкономить и заказать наш новый прибор, который будет выпущен только в конце ноября. Вернее, в начале декабря мы уже начнем отдавать тем людям, кто внес предоплату за этот прибор. Это также ионизатор-очиститель воды, также на 3,5 литра, только называться он будет Immunitas. Immunitas Spa Aqua, что означает иммунитет, друзья, иммунитет. А Spa Aqua — это тоже аббревиатура, тоже латинские буквы Sanitas Per Aqua, что обозначает здоровье через воду. Поэтому, друзья, я предлагаю всем вам доверять, но проверять. Поэтому вы можете проверить нашу продукцию. Если у вас есть интернет, зайдите на наш инстаграм-канал, зайдите в наши социальные сети, посмотрите, там каждый день добавляются новые положительные отзывы. Это те люди, которые приходят в наши магазины в Москве. В Москве наш магазин находится на Большой Семеновской, 49А. Точнее, это Семеновский пассаж. Точнее, это метро Семеновская. Там один всего выход. Вышли из метро Семеновская. Слева у вас кинотеатр «Родина», справа у вас «Соколиная гора». И вот вы между Родиной и капиталистическим, скажем там, монументом, то есть Соколиной горой, проходите перекресток, да, перекресток, и вот прямо через перекресток, ближе к Родине, да, к кинотеатру «Родина», то, что роднее, там будет такое здание чуть вдали, да, чуть вдали, отделанное таким серым сайдингом, да, ну, серого цвета. И это здание, на нем будет сиреневыми буквами большими написано «Семеновский пассаж». Так вот, Семеновский пассаж, Большая Семеновская, 49А, второй этаж, поднялись на эскалаторе, да, зашли прямо туда, в Семеновский пассаж, поднялись на эскалаторе, и там уже сразу уперлись в магазин «Аквалайф». Уперлись в магазин «Аквалайф», зашли в него, испили воды водородной, испили воды щелочной, попробовали воду кислотную, подышали ионизированным воздухом, подышали увлажненным ионизированным воздухом, посмотрели все продукты, которые мы вам предлагаем, все я вам, к сожалению, сегодня рассказать не могу. Сегодня мы сосредоточимся на ионизаторе-очистителе воды Aqualice Pacua, приборе премиум-класса, а также на нашем новом приборе, где я уже видел новый корпус, где уже видел, как выглядят новые электроды, потому что уже в декабре он поступит в продажу, друзья. Но сегодня вы можете заказать его со значительной скидкой, друзья, со значительной скидкой в предзаказ и оплачивать частями деньги. То есть платеж в этом месяце, платеж в следующем месяце, платеж еще через месяц. Сколько
сколько у нас до декабря осталось? Давайте посчитаем. Значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 4 месяца, то есть 4 платежами. Можете и 3, можете одним. Скорее всего, прибор уже будет и в конце ноября. Но продавать мы его начнем и доставлять тем людям, кто уже внес, оформил предзаказ и внес предоплату в декабре месяце. Поэтому декабрь — это самый важный месяц для нас в году. Это подведение итогов, это дарение себе и близким подарков. Ну и это загадывание желаний. Поэтому, друзья, если вы желаете, как и я себе желаю только одно. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Но здоровье не только физического, но и умственного. Потому что умственное здоровье мое, то есть здравомыслие, это есть прямое доказательство моего физического здоровья. Почему? Ну, потому что человек без головы, скажем так, или человек, который не здоров на голову, такое тоже часто бывает, друзья. Я никого, кроме себя, здесь не имею в виду, я тоже иногда не здоров на голову, ну, например, делаю неправильные решения. Каждый из нас совершает ошибки. Так вот, конечно же, они не думают о здоровье тела, потому что сказано, что в здоровом теле здоровый дух, но мне кажется, что все-таки не только в здоровом теле здоровый дух. Тело может быть здорово, а вот дух не совсем. Поэтому все начинается с духа, то есть мы с вами — это энергия, мы с вами — это все-таки материя, это плотно концентрированная энергия. Поэтому сегодня я надеюсь на энергичные отзывы и сам буду тоже энергичен, друзья. Поэтому, если вы находитесь в Москве, еще раз приглашаю вас в магазин на Большую Семеновскую, 49А, приходите просто так, даже если у вас есть наш прибор, мы подарим вам подарок. Подарим вам подарок за видеоотзыв. Если же вы находитесь в Санкт-Петербурге, приходите в наш магазин на улицу Ефимова, 4А. Это самый центр Санкт-Петербурга, Сенная площадь, остановка, да, метро, 100 метров от Сенной площади. Называется торговый центр, бизнес, вернее, центр «Мир». Мир, друзья, что может быть лучше мира внутри себя и снаружи, да? Мир. Первый этаж налево, и адрес этого торгового центра «Мир» — улица Ефимова, 4А. Улица Ефимова, 4А. Это в Санкт-Петербурге. Если вы слышите нас сейчас в Санкт-Петербурге, приходите на улицу Ефимова, 4А. Если вы нас слышите в Москве, на Большую Семеновскую, 49А. Если же вы нас слушаете в другом городе России, может быть, в другом деревне России, может быть, в каком-то поселке, если у вас интернет, заходите на наши сайты spaaqua.ru, spaaqua.ru, и на наш, это сайт нашего российского завода, spaaqua, да, через Q, spaaqua, ну, на латинском, или на наш сайт международный, на 8 языках он, aqualife.club, пишется через K, aqualife. .club, aqualife.club. Если же у вас нет интернета, ну, значит, вы можете всегда позвонить по телефону бесплатному по России 8 800 505 0855 и узнать про скидки, узнать про подарки, узнать, что же такое ионизаторы воды, что же такое увлажнители воздуха, да, что же такое корректоры давления и еще разные другие товары, которые мы вам предлагаем, которые заменяют целый процедурный кабинет. Часть из них медицинские, да, и прошли все клинические испытания как в России, так и в Европе. Но сегодня мы будем говорить о нашем топ-продукте, потому что без воды, как сказано в заставке нашей программы, и ни туды, и ни сюды. Это ионизатор, очиститель воды Aqualife Spa Aqua. Прибор премиум-класса, который из обычной водопроводной или любой другой питьевой воды готовит более 300 видов ионизированных щелочных, ионизированных кислотных, ионизированных серебряных, ионизированных водородных растворов, которые нужны всем людям. Всем людям, которые хотят жить без простатита, жить без геморроя, жить без запоров, жить без поноса, жить без высокого сахара в крови, без высокого давления, жить без заболеваний, друзья. Возможно ли такое? Возможно ли такое? Мы услышим от вас, потому что вода не является лекарством. Ионизатор-очиститель воды Aqualife Spa Aqua не является прибором медицинской тематики. Но вода является самой жизнью. Как сказал однажды Леонардо да Винчи, жизнь есть одухотворенная вода, друзья. Я надеюсь, что вы удовлетворите меня своими положительными или подбодрите, взбодрите меня своими отрицательными отзывами. Поэтому, друзья, телефон Антон вам назовет, но я его помню наизусть. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это сейчас проверил мою реакцию, да, да, 96. Нет, 97. 97-02, да. Так вот, друзья, не забыл я его за время отпуска. Поэтому, а телефон, по которому вы можете заказать нашу продукцию или получить подробную консультацию, тоже бесплатный номер. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Пишите этот номер 8 800 505 0855. Напоминаю, мы свою продукцию не продаем, друзья, а
а даем ее вам на трехмесячный тестовый период. И в течение трех месяцев вы сами разберетесь, работает это или не работает, помогает или не помогает, нужно ли это вам или не нужно. Но я скажу, что вода нужна и вам, и домашним животным, и спортсменам, и пенсионерам, и детям, и матерям, всем живым существам на планете Земля. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, ждем ваших отзывов по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или WhatsApp и Viber их присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Если у вас есть вопросы, вы тоже можете их прислать в виде сообщений WhatsApp и Viber. Мы скоро продолжим, оставайтесь с нами. Продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем, официальным представителем российского и европейского заводов-изготовителей и ионизаторов очистителей воды Аквалайф. Если вы уже пользуетесь этими приборами, звоните в прямой эфир и оставляйте свой отзыв об их работе и эффективности лично для вас и членов семьи. Андрей Петрович прокомментирует этот самый ваш отзыв. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Юрий Иванович из Москвы первым дозвонился. Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, мне 83 года. Так. Вот, и у меня вчера был такой, можно сказать, даже праздник. Мне делали это самое анализы и обнаружили, что я переболел коронавирусом. Нашли антитела. Так, но при этом вы не болели, я правильно понимаю, если вы говорите праздник? Праздник, потому что я не чувствовал болезни. А почему праздник? Потому что я же вам сказал, мне 83 года, у меня два инфаркта и еще куча таких мужских болезней. А праздник еще потому, что я уже как 3 года постоянно принимаю тонизированную воду. Что значит постоянно? Это как хроник лекарства. Каждый день 1,5-2 литра. Регулярно. Вот поэтому я связываю эту передачу с этой самой с историей моей болезни. А познакомился-то с ним, с этой ионизированной водой, в том веке, когда мне врач назначил лечение язвы. Так что мне знакомство это длительное. Это, я понимаю, еще в Советском Союзе, правильно было? Это в Советском Союзе. А расскажите поподробнее. Поподробнее или как? Ну да, если можно, поподробнее. А поподробнее что? У меня первая встреча с этой водой, это самое, произошла, когда у мальчика стали лечить мокнущий диатез под мышкой, ребенку. Слава богу, ребенку сейчас за 40 лет уже. И вылечили. Именно вот это, по назначению врача причем. Тогда бум был. Это ионизированной воды, все даже делали себе самоделки, у меня был. Вот это первое было знакомство. Второе знакомство было, это диарея, когда мы схватили где-то всей семьей. Это вот второе было знакомство. А третье, я в 12 перстной кишки. Вместо бальзама Шостаковского как раз мне назначили лечение ионизированной щелочной водой и кислотной. Вот это было знакомство в том году. И порез. У меня был жуткий порез, где мне перевязали руку и сказали, не снимай повязку, а промокай все время, чередуя. Чередуя кислотную и щелочную воду. Это было в том веке. И вот прямо вот именно в Советском Союзе выписывал рецепт врач, да? А где вы эту воду брали? Или у вас был такой прибор? Это тогда вот, самое, в аптеке появился такой дешевенький прибор, примитивный, причем он даже без датчика это самое. Назывался это он активатор, по-моему, если сейчас не понимаю, это самое, не забыл. Вот. Так что я это знаком. А потом у моего соседа до сих пор самоделка есть. Правда, не работающая. Из шланга пожарного сделанный. А в этом году, в смысле в этом веке, я вот как уже пью постоянно, же говорю, 4 года. 5 лет я схватил болезнью, и вот 4 года принимаю эту воду. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, почему многие люди до сих пор считают, что все это не работает, что все это обман, эффект плацебо и так далее и тому подобное? Почему? Нет, что значит плацебо? Когда я это сам на себе испытал, это сам, и сказать, что это плацебо, я не могу. Почему? Потому что люди верят это самое таблеткам. У нас таблетки выиграли это самое соревнование у этой воды.
потом в поликлинике, в институтах ты не учат сейчас. Спросите другого какого-нибудь этого самого доктора. Он вам не скажет, что такое незеленая вода. Электролиз скажет, а что такое незеленая вода, не будет, не назначит никто. Вот. А я делюсь своими врачами, между прочим. Как я понимаю, почему понимаю. И вот онколог, который лечит меня от этой болячки моей, он сказал, принимай, если она тебе лечит, если она тебе помогает, принимай, потому что других... А какая болячка? Какая болячка? Что за онкология? Онкология? Ну, у меня это простата. Аденома предстательной железы. И что за результаты? Есть какие-то улучшения, ухудшения? Улучшения? Я уже 10 лет этим болею. И у меня уже 7-й раз по полгода делают самые анализы. И 7-й раз у меня остановился прирост это самое ЭПСА, остановился на определенном уровне. И мне не нужно будет уже в настоящее время принимать ни химиотерапию, ни лучевую терапию. Вот результат. А пью я только воду, потому что от простаты я ничего не принимаю, никаких этих самых лекарств. Поэтому я связываю вот эти свои успехи такие вот именно с этой водой. Ну, мы надеемся, вы же в Москве живете, правильно? Я в Москве. Что вы придете к нам в магазин на Большую Семеновскую, 49А, и дадите нам видеоотзыв, вот, чтобы люди видели, что вы реально живой человек, а не засланный казачок. Я понимаю, что я не обманываю, но я не скрываюсь. Я приду, я сказал, это самое, сказал, я 7 числа могу прийти туда. А во сколько примерно? Может, кто-то захочет вас увидеть, придет тоже в это время в магазин. Во сколько примерно планируете? Не можете сказать что? Могу сказать точно после 2. После потому 2? Потому что меня должны привезти, это должны, это самое, к 12 в Москву, к врачу как раз. Вот. Так что после 2 я буду там. Ну, в 3 вообще... часа это, наверное, точно. А, так как у меня молодость моя, да и зрелость была бурной, да, поэтому меня вопрос, вот простатит очень сильно волнует. Что посоветуете мне и остальным мужчинам, которые слушают сейчас наш эфир? Ну, вы знаете, поскольку мне это самое помогает, я, так сказать, уже рекомендую пейте. Но только пейте регулярно. Это не то, что случай. Ведь я жалею, что я прекратил в свое время пить. А сейчас, когда клюнуло мне, вот тогда я и стал принимать. Клюнуло у меня с позвоночником, с этой самой, с тазобедренным суставом. И вот я стал пить. Вот когда это. А нужно пить постоянно. Потому что, я еще раз говорю, то, что коронавирус меня так обошел, я считаю, это только вода. Потому что других отцам так перенести этот вирус, когда другие болеют очень тяжело и даже умирают, особенно в моем возрасте. Я же говорю, 2 инфаркта и еще болячки. Так что эта вода помогает. Рекомендую, по крайней мере, своим родственникам, которые меня алхимиком называют, и всем знакомым, я рекомендую. Ну, а слушателям, ну, советовать могу. Спасибо, спасибо вам огромное за отзыв. Ждем вам 7 числа на Большой Семеновской, 49А, после 2 часов. Друзья, кто хочет пообщаться лично, приходите, Большая Семеновская, 49А, 7 числа этого месяца, 7 сентября, после 2 часов. Ну, у нас остается 3 минутки, поэтому отзывы уже мы не берем в этой части программы. Следующую часть эфира тоже посвятим вашим отзывам и ответам на вопросы. От себя хочу сказать, что, друзья, я знаю многих людей, у кого были проблемы вот с простатитом. Да? Я лично почему эту воду пью? Реально говорю, я бы не хотел. Вот. Я, вернее, хочу доставлять удовольствие себе, своей прекрасной супруге. Да? Как, помните, были, хотел сказать, но так не скажу, были еще слова в одной книжке. И еще одной женщине в городе Саратове. Так было в «Мастера Маргарита». Но нет, я нахожусь в Риге, в Латвии. Поэтому, друзья, я считаю, что любви все возрасты покорны. Тем более, когда у вас ничего не болит, вы уже счастливый человек. Я считаю так. А чем старше мы становимся, тем сложнее все это. Вот я тренируюсь, да, там плаваю, мне болят мышцы. От чего они болят? Вроде же я здоровый человек. Вот я, кстати, пойду анализы сдавать на все вместе. Даже МРТ головного мозга пойду делать. Я ходил,
я ходил тут к врачу, у меня был в бане, лопнули сосудики в глазу. То я холодное-горячее, в такую ледяную воду купили, нырял. Я думаю, что у меня такое, может, у меня что-то с глазами там или что. Пошел, проверился, все в порядке. Но мне выписали направление идти на МРТ, а выписали в самую дорогую клинику это направление. И МРТ бы мне это стоило в рублях перевести, наверное, 40 тысяч рублей. Хотя, конечно, оно в других местах стоит дешевле. Так же, как я однажды сходил к зубному здесь врачу в Риге, в Латвии. Они мне насчитали 5000 евро, что мне нужно зубы менять, мои десны пересаживать. Там что только вообще, коронки ставить. А пошел к другому врачу. Сейчас скажу, 5000 евро, это значит в рублях будет 400 тысяч рублей. Нет, 500 уже почти тысяч рублей. 450 тысяч рублей, представьте. Пошел к другому врачу, и они мне сделали две дырочки за 300 евро. Это значит, вообще, то есть это в 10 раз дешевле. В 10 раз дешевле, да? Всего даже в 12 раз дешевле. Вот так иногда можно попасть. Я теперь понял, что такое хороший, качественный врач. А вы, если возьмете наш прибор, вы поймете, что такое качественная, хорошая вода. И все, что вам нужно сделать, или зайти на наши сайты spaaqua.ru, aqualife.club, или в наши магазины в Москве и Санкт-Петербурге, или заказать нашу продукцию в любую точку России по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Вы берете продукцию на тест, вы ничего не покупаете. И в течение тестового периода 3 месяца разберетесь, работает это или нет. Поэтому звоните и заказывайте. 8 800 505 0855. Продолжим мы через несколько минут, друзья, ждем по-прежнему ваших отзывов по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и вопросы можно прислать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, скоро продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей, оставайтесь с нами. Мы продолжаем разговор о чистой воде с Андреем Петровичем, официальным представителем российского и европейского заводов-изготовителей, ионизаторов, очистителей воды «Аквалайф». А каждый из вас сейчас может оставить свой отзыв о работе прибора, если он у вас есть, причем не имеет значения, как долго вы им пользуетесь, неделю или уже 4 года, как слушатель, который звонил нам прямо перед уходом на рекламу. А в предыдущей части эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Можно не только отзывы присылать, но и вопросы тоже. Вот по телефону лучше, конечно, с отзывами. Елена, город Москва. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я, знаете, я просто переполнена эмоциями от того, что я приобрела эту воду. Мне все время хочется сообщить всем, рассказать, какая это замечательная вода. Рассказать о том, что вот... Замечательно, Андрей Михайлович, которому я желаю только здоровья. Действительно, ведь это такую я считаю, вообще нечеловеческую работу, потому что он постоянно ее рекламирует, несмотря на то, что всякое там нехорошее и разное в его адрес. С моей стороны, только все положительное. Просто сейчас перечислю. Если можно будет остановиться на каких-то моментах отдельно, я готова. Значит, у нас проблемы с диабетом. Мы всю жизнь с ребенком мучились 5 лет с диабетом. Вот, сейчас... Моему ребенку уже 25 лет. Инсулин всегда колем много, 4-5 раз в день. 5 лет он заболел, инсулинзависимый диабет. И вот сейчас, после 2,5 месяца, как он уже начал пить воду, причем не хотел, конечно, тоже молодой человек, я его заставляла, потому что была эта пандемия, все сидели дома, вот давай пей. И вдруг, значит, начинается такое состояние, что приходит снижать инсулин, потому что все время низкий сахар. А раньше он колол себе на каждую еду 11,5 единиц. Иногда 11, там 11,5, вот так. Сейчас выше 5 он себе не колет. 5 единиц инсулина. То есть вот те, кто понимает и кто слушает, если слушает с диабетом и инсулинозависимые люди, они должны очень хорошо понимать, что это такое на 5 единиц снижать инсулин. Причем без таблеток, без лекарств. Он ест все, что он ел, без всяких ограничений. Ну, с инсулином они не ограничений не делают, потому что инсулин заменяет поджелудочную железу искусственной. Поэтому снижение в таком количестве, я даже уже иногда боюсь, думаю, уже как-то воду боюсь сильно давать много, вдруг совсем снизится сахар. Приходится. Извините, много, я чуть-чуть вас перебью, просто расскажу. Вот как раз-таки в книжке, да, которая идет в подарок, именно в каждому прибору, там о поджелудочной железе есть
отдельная посвящена рубрика. И в книжке в этой говорится о том, что поджелудочная железа, вот когда идет пища по нашему, ну, пищеводу, она кислотная, да, когда перерабатывается. А поджелудочная железа, она вырабатывает щелочные ферменты. Это один из самых щелочных органов в нашем организме. Поэтому, разумеется, когда человек начинает получать щелочную воду, его поджелудочной железе становится легче. Это как бы подспорье, как говорит моя мать, для щелочной железы. Ну, извините, что перебил. Я вот сейчас перебью, да, вот я просто хочу сказать, но тогда что получается? Что у нас, вот у моего сына поджелудочная вообще не выделяла инсулин. Практически, ну она не то, что практически, вообще не выделяла инсулин. Если нет инсулина, не уколем, а он съест, то у него может поднять сахар, и вообще нужно скорую вызывать, может быть, кома. Поэтому, значит, что получается тогда, слушая сейчас вас, я думаю, значит, что, она начинает оживать? Значит, начинает как-то работать, выделяется, значит, ну, инсулин, значит, пошел, поджелудочный, видимо, раз на то же количество еды он колет, у него низкий сахар, значит, инсулин еще плюс помимо инсулина, который он вводит искусственно через уколы, инъекции, значит, он вырабатывается еще, почему мы снижаем, это просто потрясающе. Я уже не говорю даже ни о чем другом. То есть вот эти все отравления, укусы, комаров, ос, всего чего угодно. Потом у меня там вот еще одного ребенка давно-давно, когда-то она там была в санатории, и после этого приехала с какими-то прыщами, прыщи потом прошли, и остались темные пятна. Я даже не знаю, от чего под кожей. И вот мы решили, значит, все это попрыгать. Так, давай попробуем кислотной воды. Ну, так просто, ради... Вот интересно, мы когда купили этот прибор 23 сентября, мы уже... июня. 23 июня. Мы уже решили все на свете брызгать. Все, что только можно брызгать. И к нашему удивлению, буквально на следующий день, там, где мы брызгали вот эти пятна там на плечах, они абсолютно высветлились и прошли. То есть вообще сейчас даже и намеков никаких нет, что они были. Вот это было просто для меня удивительно. Потом вот совсем недавно было такое легкое отравление, мне казалось, грибами. Мы у друзей побывали, и как-то они сами грибы нашли. Но мне уже, приехав домой, мне стало не очень хорошо. И я мучилась, как-то озноб пошел, и все, думаю, что ж такое. Потом вспомнила, говорю, надо же Петровича, мне еще может быть, Петровича выпьешь, мучаешься. И правда, я выпила полстакана, это было, наверное, в 4 утра. Вот. И там написано в книжке, что если не проходит, допустим, отравление или что-то такое, симптомы отравления, то нужно через час еще раз выпить. Но второй раз уже не пришлось выпивать, потому что все прошло. Вот. Помимо всего прочего, у меня снизилось давление. Я уже, в общем, в возрасте награжавшая маму, поэтому у меня все время высокое давление при нагрузках. Вот если я понервничаю, давление сейчас 120 на 70, можете проверить, кто хотите, берите прибор, тем более вам, раз Андрей Михайлович возвращает деньги, я его не пыталась даже сдать. Ну, вы же понимаете, что это маркетинг на самом деле. Мы же знаем, что люди будут очень мало наш прибор возвращать. Потому что если прибор работает, то какой здравомыслящий человек его вернет? Его не хочется возвращать. Мне, я, например, лично купила 4 прибора. Ну, а 2 водой, а 2 прибора ионизации воды. Потому что это была удобная акция тогда у вас за 35 тысяч. Там была и вода, и очиститель ионизатор воздуха, посеребритель. Вы знаете, я настолько довольна, действительно, прям начинает першить горло. А, еще самое главное, вот сейчас я езжу по магазинам, когда вот после вот уже, когда разрешили, я все время в вот этот распылитель маленький такой, да, я все время наливаю вот эту вот воду кислотную. Даже сделала воду, например, 9,4, а кислотная вода там тоже очень такая хорошая, крепкая. Я везде даже, вот если приезжаю в магазин, вот ручку тележки обрызгаю обязательно, там еще что-то. Ой, как я довольна. Я просто вас благодарю за все. Ну, просто во всем буквально. Вот а вопрос уже... можно задать вам? Конечно, да. Нужно. Скажите, пожалуйста, между тем, как вот вы слушали радио и купили, сколько времени прошло? И что вы думали вначале? Я не знаю. Когда вы только услышали нашу программу. Я вам честно скажу. У меня когда сын поступил в институт, это в Суриковске, это было 7 лет назад. Вот он уже год как закончил, да? Мы вот все время его привозили, там, когда вот особенно летом, часто мы слушали радио, когда мы там летали вот со всякими работами, летом там на всякие вот практики отвозили. Очень часто, а папа у нас любит слушать «Комсомольскую правду», обожает все время включать «Комсомольскую правду», «Бранца», там все на свете. Вот. И все время вы. И вот там люди некоторые звонили, ругались на вас, говорили, уберите Петровича с эфира, там еще что-то кто-то. Вот. И мы тоже все подсмеивались. А я все время говорю, Вита, он говорит, ты такая внушительная, вот тебе надо внушаемое, тебе вот что не скажешь. Я говорю,
нет. Ну, давай купим. Он говорит, ты успокойся. Такой вот, ты вообще где хочешь. Я говорю, ну, давай где хочешь. И прошло уже, смотрите, 7 лет практически, 5 лет мы слушали. Вот, значит, еще. И в этом году, вот, все-таки, мне, после этого, пандемии, он мне сказал, стал себя не очень хорошо чувствовать. Все везде он пролистал, просмотрел, потому что он работал вот с этими медико-биологическими проблемами в свое время, сейчас он уже на пенсии. Он все это прекрасно понимает и проводит, узнал из советских времен, все это он слышал, естественно, и поискал, решил купить что-то подешевле или что-то аналогичное. Но когда все прочитал, он вообще хорошо дружит с интернетом и прочее, он мне говорит, ну все, покупай Петровича. Согласился, тем более он дает на 3 месяца, через 3 месяца, если что, сдадим. Ну, сдавать не то, что не захотелось, мы купили еще. И сейчас я покупаю еще, потому что семья большая, мы все разделились. Кто-то на даче, кто-то уже в Москве начал в школу ходить учиться. И мне теперь нужно еще прибор. Я уже просто... Мало того, что я, у меня еще даже знакомые, вот мы приехали тоже там, у моей знакомой палец, я говорю, что у тебя с пальцем? Она говорит, вот ты знаешь, прищемил дверью, причем болит, и пошел нарыв уже в сторону кисти. От ногтя. Я говорю, давай побрызгаем. Она говорит, это какая-то ерунда, что это за вода. Я говорю, давай побрызгаем. Ну, пока сидит. И вот я периодически каждые 15 минут брызгаю кислотой, потом минут через 10 вот этой щелочной. И к концу дня она сняла уже свою повязку, ей уже было не больно. Я говорю, Таня, ну что, не дергает палец? Она говорит, ой, да он бы и так прошел. Но самое удивительное, да. Мне было смешно, потому что мы уже на себе все попробовали. Вот. А самое удивительное было после того, когда она мне позвонила вечером, сказала, мы сегодня уехали с Женей в Москву, у меня повязка, к врачу, потому что весь гной пошел не в руку, а скопился к ногтю и стал... через ноготь, и просто врач удалил этот гной, все, через ноготь, потому что когда мы приехали, у нее краснота уже шла на кисть, вот сюда, прямо на запястье. Я говорю, ой, какое воспаление, ужасное. Спасибо вам огромное за отзыв. Надеемся, что вы нам пришлете видеоотзыв, и мы разместим его везде в социальных сетях наших, чтобы люди видели, что вы живой, настоящий человек. Пришлете? Видеоотзыв. Ну, человек уже, наверное, отключился. Друзья, алло, вы слышите меня? Я Елена, она из Москвы, Андрей, ты можешь точно так же пригласить ее в магазин. Да, или каждый может вообще снять просто на телефон видео дома и прислать нам, а мы вышлем вам подарок за этот отзыв. Друзья, эта информация относится ко всем людям, ко всем. Просто закажите наш прибор, если вы пользуетесь им, просто пришлите нам видео. Как это сделать? Просто позвоните по номеру 8 800 505 0855. Запишите этот номер 8 800 505 0855. Если у вас есть интернет, то зайдите на наш сайт spaqua.ru, aqualife.ru. Club, если вы в России. А если вы в Европе, то зайдите на наш новый европейский сайт. Называется он immunitas.life. Оставайтесь с нами, дальше будет интереснее. Продолжим через несколько минут. Елене, спасибо за то, что еще и слоган Андрея тебе классный предложила. Покупаю у Петровича, там, а купишь все равно у Петровича. Прибор что... Петровича. Так, может быть, и назвать следующий прибор. Петрович идет на помощь. Обсудим через несколько минут. Оставайтесь. Разговор о чистой воде с Андреем Петровичем, официальным представителем российского и европейского заводов-изготовителей, инициаторов, очистителей воды «Аквалайф». Четвертая часть, не так много времени, но, наверное, сможем принять еще один или два отзыва. Давай Клавдию Петровну послушаем. Республика Крым. Клавдия Петровна, здравствуйте. Добрый день. Я очень коротко, очень. Я хочу поблагодарить Андрея Михайловича вас за человечность, отзывчивость, организованность в работе с нами, клиентами. Мы приобрели очиститель и потом разобрали, что нам нужна еще водородная водичка. С работниками офиса в Москве связались. Терпеливые работники, вежливые. Были нюансы, которые мы передавали вам. И вы лично, Андрей Михайлович, там были нюансы финансовые, решили. Поэтому еще раз хочу поблагодарить. В следующий раз перезвоним, о результатах скажем, что если мы, люди, не организованы сами и не выполняем те рекомендации элементарные при том, что вы несете добро, мы должны все-таки быть объективно справедливыми и так далее. Большое вам спасибо, добра, радости. Девчонкам там спасибо, потому что отправили очиститель, сделали, в общем, организовали технически эту водородную воду, получили очиститель спокойно, грамотно и так далее. Спасибо вам, добра, до свидания, Крым.
Спасибо, спасибо большое. Большое вам. Спасибо. Спасибо большое вам. Ну, я не был в Крыму, хотя нет, Судак, это же Крым, правда? Конечно. Крепость такая. Я был там, когда мне было 5 лет, приехал черный, черный прям с синим загаром. Один раз я там был в жизни. Ну вот, друзья. Надо повторить, Андрей, надо повторить. Согласен. Ну, друзья, значит, я считаю, что, знаете, между первой и второй промежуток небольшой, поэтому хоть наша программа сегодня закончилась, и звонили мне вот на телефон разные наши уважаемые покупатели, но мы завтра их отзывы уже примем. А сегодня я что вам хочу пожелать, друзья? Я хочу вам пожелать только одного. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И, конечно же, здравомыслие. Я понимаю, что в этой жизни все стоит денег. И наш прибор стоит денег. Но в этой жизни приходится за все платить или расплачиваться. Мы платим за рекламу. А с этих денег радио платит за свет. Платит радиоведущим, да, платит за все, все, за все приходится в жизни платить. И вот за свои ошибки мы тоже платим. Друзья, я много делал в жизни ошибок. Я не всегда все делал в жизни правильно, как и каждый из нас. Нет святых людей, да, здесь на свете. Но есть вода, которая нас объединяет. И я уверен, что вы не ошибетесь, если закажете нашу продукцию на тестовый период. Так прибор стоит 35 тысяч рублей, но его срок службы 12 лет. Его гарантия на этот прибор, гарантия, только гарантия, 4 года, гарантия на электронную. Электроды из металлов платиновой группы и серебра 7 лет. Сегодня цена на прибор 26 тысяч рублей. Не 35, а 26 тысяч рублей. Это значит скидка 9 тысяч рублей. И если вы оплачиваете это вперед, то есть предоплату, то доставка включена в цену. А если вы платите наложенным платежом, то есть когда прибор получаете на месте, тогда доставка и стоимость наложенного платежа плюсуются к этой сумме. Что будет в этом приборе? Все. Все будет. PH-тестер будет. Это такой специальный приборчик, жидкий PH-тестер, чтобы померить PH вашей воды до ионизации, после ионизации, узнать, что вы пьете. Будет инструкция с картинками, в которой все от А до Я есть. Инструкция на 70 страниц, 72 страницы. Тут самые часто задаваемые вопросы. Книжка, друзья, которая, нужная. Вот главу пятую только зачитаю. Заболевание, биологическая среда клеток, общие причины заболеваний взрослых людей, рак. Друзья, рак. Я бы не хотел болеть раком, и вам этого не желаю. Но раковые клетки, как правило, развиваются в кислотной среде. Потому ощелачивать организм очень важно. И я пью щелочную воду, потому что надеюсь, что я не спью сию чашу. Хотя я, конечно же, иногда себя закисляю, да, разными нехорошими продуктами. Ну, мясо, рыба, там, что-то еще. А если кто-то и курит, и употребляет алкоголь, то это вообще вы в группе риска, друзья. Сахарный диабет, болезни сердца, атеросклероз, высокое кровяное давление, артрит, подагра, заболевания почек, другие заболевания, заразные болезни. Вот все это вы прочитаете в книжке, да, она, друзья, на, сейчас скажу даже на сколько страниц, на 175 страниц. Вот здесь написано: болезни сердца, атеросклероз, артрит, подагра, гастрит, колит, болезни почек, аллергия, астма, рак, сахарный диабет, глазными болезнями и другими недомоганиями. Почему? Почему мы делаем? Мы что делаем неправильно? Почему болеем и стареем? Ответы на вопросы вы найдете в этой книжке, друзья. Да, ионизатор воды в современной России, да и в современном мире, кроме Японии, это самая здоровая нация на Земле, он не прибор медицинской тематики. Да, вода не является лекарством. Но, друзья, вода является жизнью. Ведь все мы знаем, что вода – это жизнь. Что делают, когда космические корабли направляют на другие планеты? В первую очередь ищут воду. Если есть вода, значит, есть большая вероятность, что есть жизнь. Поэтому, друзья, вот эта вода – это вода жизни. В прямом смысле вода жизни. Вода, богатая антиоксидантами. В воде щелочной есть кальций, натрий, магний, калий. То есть, если у вас, например, остеопороз, то это значит, ваш организм берет кальций из костей и зубов. Кальций берет из костей и зубов. Поэтому, друзья, я очень вам советую этим попробовать. Сколько времени у меня осталось? Две минуты остается, но у вас будет 3 месяца, чтобы понять, работает это или нет. В декабре подведете итоги. Есть новый прибор, Immunita SPAC, он стоит всего 18 тысяч рублей, да, но получите вы его только в декабре, платя равными частями до декабря. Он с ограниченным функционалом, без серебряной воды. Также в приборе, помимо щелочной воды, которую мы пьем, восстанавливаем иммунную систему, очищаем организм от шлаков и токсинов, худеем, друзья. Также нормализуем pH крови. Есть вода кислотная. Кислотная вода — это биоцид, это условно зеленка, йод и перекись в одном лице, ожоги, ранки, какие-то грибковые инфекции. Кислотная вода вам с этим поможет справиться. Похмелье тоже. Похмелье, она тоже справится поможет. Тот же понос, друзья, тоже поможет справиться. В щелочной воде вымачиваете овощи, фрукты, рыбу, мясо. Также и в кислотную воду ее погружаете. Все это в книжке написано, но есть еще вода серебряная, а серебро сильнее хлорки. Там получается более 300 видов коллоидных растворов серебра, которые убивают более 400 видов вирусов и бактерий. Там есть таблица процедур, да, в этой инструкции. А также есть
вода водородная для людей с высоким давлением. Но все вам рассказать не успел, друзья. Я советую попробовать, потому что лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Поэтому приезжайте в магазин в Москве, Санкт-Петербурге или заказывайте по всей России по бесплатному телефону 8 800 505 0855. Есть интернет, просто наберите в интернете ионизатор Аквалайф. Ионизатор Аквалайф в любом поисковике. Или прямо сейчас позвоните 8 800 505 0855. Запишите этот номер. 8 800 505 0855. Запишите этот номер. 8 800 505 0855. Я обещаю вам всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Но результат будет, и он будет положительный. А если не поможет, так вернете прибор. Звоните. 8 800 505 0855. Андрей Петрович был на связи со студией. Разговор о чистой воде. Мы продолжим завтра в это же время в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». На сегодня на этом все. Оставайтесь с нами.